Всем привет, дорогие мои! Я рада, что вы заглянули снова ко мне на канал. Меня зовут Лена, если кто еще со мной не знаком. У меня канал о парфюмерии. Я рассказываю о своих парфюмах, уже имеющихся и вновь, как говорится, прибывших в мою коллекцию. И сегодня я хочу вам рассказать об очень интересном итальянском бренде Tesori de Orient. Давайте с вами начнем. У меня в коллекции имеются два аромата этого интересного бренда. Бренд итальянский. Они себя, как говорится, позиционируют компанию, которая производит средства ухода за телом, косметические средства производит и стали производить еще и парфюмерию, то есть ароматы. Для этого они привлекают очень известных парфюмеров, но они об этом умалчивают, кто именно им, как говорится, производит эти композиции. Один из ароматиков – это белый мускус. Смотрите, какие у них интересные флаконы, да? Ты сразу не подумаешь, что это, в принципе, парфюм. То есть, такой вот пластиковый вот пульверизатор, этот железный металлический флакончик. Ну, вообще, такая интересная штучка. Что же, ребята мои, это за аромат? Ой, вы знаете, это белоцветочный мускусный аромат. Здесь такой ядреный мускус. Кто-то, знаете, сравнивает эти мускусы с Родригесом, с нарциссо-родригесовскими. Нет, дорогие мои, тут намного все круче. Кто-то пишет, что это запах потного тела, что там это вырви глаз, какой-то, что это за парфюм. Да, дорогие мои, он не каждому зайдет. Но у него вот этот резкий старт, даже какой-то как альдегидный, колкий такой, прям хо-хо. Но потом он усаживается этим белоцветочным мускусом, даже какая-то слегка цитрусовая сладиночка в нем появляется. Знаете, очень интересный, кто любит направление мускусов Тициана Теренци, Рассаси, тем эти ароматики прям зайдут. Я, вы знаете, очень даже люблю просто его на белье наносить. То есть аромат, вот потом появляется как бы аромат стирального порошка. То есть создается эффект чистоты, свежепостиранного белья. То есть это такое необычное, знаете, вот звучание. Но я говорю, правда, немногие поймут вот этот мускус. Я говорю, там многие скажут, господи, как табуну лошадей пахнет, еще что-то. Ну нет, ну вот я говорю, сначала да, какой-то резкий старт, все. Но вот я говорю, я даже в ванной на шторку там нанесу, там на полотенце. Сначала вроде как хоть из ванной убегай, а потом заходишь, вот этот приятный-приятный аромат свежепостиранного белья. Знаете, он такой даже хрустки, как будто бы на морозе это белье высушенное. Ну, очень интересный парфюм. Причем за какую-то копеечную стоимость я, по-моему, даже брала его на Озоне. Ну, вот если мне не изменяет память. Что-то какие-то там 300-400 рублей. Ну, я говорю, по скидкам можно урвать, так, конечно, что-то бывает дороже. Я на данный момент не заходила, не мониторила цены, дорогие мои. Если кто знает, сколько они сейчас стоят, можете написать мне в комментариях, поправить меня. Может, конечно, все дорожает. Это я уже покупала, наверное, с год назад. Ну, прелесть, ну, классный. Почему нет? Если на себя, как говорится, опасаетесь, как интерьерные. Они, кстати, да, тоже позиционируются как и интерьерные ароматы. Ну, я вполне и интерьерный, и по настроению на себя. Я говорю, я всеядный человек. Следующий аромат у меня, дорогие мои, это Византия. Тоже такой же флакончик, такой же все, вот тут этот пластиковый этот пульверизатор. Ну, я говорю, это такие интересные вот эти штучки, поливашечки, ну, вообще классные. Ой, ну вот это
Это сладко. Это прям приторно сладко. Знаете, здесь какие-то карамели, и миндаль, и пралине, и ваниль. И какой-то он тоже слегка припудривается мускусом. А какая-то даже, знаете, то ли как удовая, то ли деревяшистая нотка, что-то какое-то как дымное немножко звучание. Но тоже классный, но тоже интересный. Ребят, стойкости у них, я вам скажу, убойные. То есть часов 5-6 усаживаются. Здесь мускус будет сладкий на вас. Здесь такой мускус, ну, я говорю, кто-то скажет не свежести. Для меня мускус свежести. То есть очень интересное восточно направленное звучание. Такой класс. Я говорю, я люблю все эти приторности, я люблю все эти сладости. Особенно вот в эти зимние морозные дни, у нас вообще сегодня минус 25. Ну, это классно. Особенно, я говорю, я действительно, у меня просто парфюмов много. Я бы в нем и пошла, как говорится, куда. А я дома, вот для настроения, я сама себя, вокруг себя, у меня все благоухает, у меня все... источает приятнейшие ароматы. Ну, прекрасные, прекрасные, дорогие мои. Небольшая стоимость. Очень красиво. Причем никаких спиртовых нот, никакой там дешевизны, никуда, ни в какое там. Бывают такие, знаете, какие-то, когда вот... ароматы, скорее всего, плохо собраны или, ну, некачественное, скорее всего, сырье, что они потом какие-то, то какую-то горечь выдают, то какую-то кислость выдают. Ну, что-то такое вот неприятное. Здесь нет никаких, вот они от и до сидят очень красиво. Они действительно, вот Эссори Дориент, я даже давно, помнится, читала, что они не используют в своих ароматах никаких красителей, никаких там силиконов. То есть достаточно все, ну, насколько это возможно, натурально, ну, в наше время, конечно, химия у нас не стоит на месте. Все делается очень качественно, если люди прикладывают к этому руку, если они заморачиваются, они абы чобы кабы. Вот я говорю, никаких спиртовых нот начал, сразу же композиция. Ну вот я говорю, вот он смягчается, становится такой мягкая сладость, ванильная, миндальная, карамельные ноточки, ну классные. Этот тоже вот мускус смягчился. Ну вот я говорю, свежевыстиранное хрустящее белье на морозе. Прекрасные, прекрасные, бюджетные ароматы. Ароматы домашнего интерьера, ароматы для нас. Классные. Буду дальше знакомиться с этим брендом. Купленные вслепую, ни разу об этом я не пожалела. Классно, здорово. Присмотритесь. Присмотритесь, дорогие мои. Очень, очень достойный бренд, очень качественная у них парфюмерия. Ну и на этом у меня сегодня все. Такой коротенький маленький обзорчик. Ну что говорить о хорошем, когда это действительно все хорошо и здорово сделано. А я вам хочу пожелать самых вкусных парфюмок. Заходите ко мне на канал. Подписывайтесь на мой канал, если кто-то еще не подписан. Жмите на колокольчик, чтобы мои видео быстренько до вас доходили. Чтобы вы их первыми смотрели. Встретимся, давайте с вами в комментариях. Давайте обсудим эти ароматики. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли у вас ароматы этого бренда? Как они вам? Так что я с вами не прощаюсь. Встретимся в комментариях. А вам всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.